Всем здравствуйте! Хочу сегодня сделать обзор моей новинки. Это орхидея Лас-Вегас. Она пришла ко мне не так давно, прошла всего неделя, но у нее есть небольшие проблемы. Пришла она ко мне вся зелененькая, все было хорошо. Продавец мне ее упаковал. Но спустя 2 дня появилась вот такая вот проблема. Я не могу понять, то ли это гниль, то ли просто неудачно засыхает лист. Она скинула уже 2 бутона. Вот. Сейчас мне придется отрезать как минимум 2 листа. Мне очень жалко. Листиков не так много. Покупала я ее, конечно же, ради того, чтобы она цвела. Но после всех экзекуций не факт, что она не сбросит остальные цветы. Очень, конечно, печально. Но, с другой стороны, хотелось бы, чтобы она выжила. Весь процесс снять я не смогу. Буду потихоньку включаться по мере продвижения. Ну вот, первый листочек уже отпал. Мои инструменты рабочие. Максимчик, перекись, щипцы. Сидит она в кокосе, в чипсах. Так с виду корни здоровые. Ну, будем ковыряться дальше. Вот, сняла уже 2-й листочек. Ситуация как бы немного проясняется. Очистила шею от грунта. Мне стало интересно, вот тут вот есть листочек. Непонятно, то ли это детка, то ли это она так растет, как будто отдельно от основного растения. Ну, вроде бы мокрой гнили тут нету, все вроде сухое, просто черное. Сейчас сниму еще 1 листочек. Надеюсь, этого будет достаточно. Ну вот, я сняла 3 листа. Вроде бы все хорошо. Никакой серьезной гнили нет. Даже не знаю, стоит ли обрабатывать все это дело Максимом. Немножко еще сейчас поснимаю ненужные чешуйки. Обработаю перекисью. И подумаю в процессе, нужно ли обработать Максимом. Ну вот, обработка закончена. Намазала ее. Все-таки ее Максимом, чтобы мне не думалось, не переживалось. Я не являюсь противником химии, я считаю, что она помогает. Так что я использую мои цветочные помощники.
Орхидея будет стоять на стеллаже под подсветкой. Сейчас поливать я ее не буду. Будет подсыхать. Обрабатывать тоже ничем не буду. Посмотрим, как она себя будет чувствовать. Что будет с цветоносом. Отсушит она, не отсушит. Хотелось бы, конечно, чтобы она дорастила свои оставшиеся бутоны и хоть немножко меня порадовала. За окном пасмурно, слякотно, идет дождь, дождь со снегом, а здесь такая красота. Ну, вроде бы ничего страшного я не нашла, ни сильной порчи, ни сильной гнили. С корешками вроде все в порядке. Думаю оставить ее в этом субстрате и не пересаживать. Посмотреть, как она живет. Ну, на этом, пожалуй, буду заканчивать. Если у кого есть какие-то советы, пожелания, буду рада вашим комментариям. Всем пока-пока!